Приветствую вас, наши клиенты, подписчики и зрители. Сегодня я от лица группы компаний Quality Motors хочу поздравить вас, всех вас с профессиональным праздником Днем Автомобилиста. Лично для меня День Автомобилиста – это особый праздник. Уверен, что все те, для кого автомобиль – это просто средство передвижения из точки А в точку Б, вряд ли будут праздновать. Но это понятно. День Автомобилиста – это праздник для тех, кто любит и ценит машины, для тех, кто ухаживает и следит за своим автомобилем, для тех, кто обязательно оборачивается, чтобы еще раз посмотреть на свою машину по дороге домой. Быть заботливым и любящим автомобилистом сегодня непросто. Дорожают сами машины, а также расходники, запчасти и топливо. И мои поздравления направлены всем тем, кого это не пугает. Кто продолжает активно пользоваться своим автомобилем и уделять должное внимание его обслуживанию. В это непростое время сеть техцентров Quality Motors готова предложить всем автомобилистам полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию. Мы гарантируем высокое качество работ и кратчайшие сроки поставки запчастей и расходников. Дорогие автомобилисты, мы ждем вас в Quality Motors не только в этот праздничный день, но и в любой другой день без выходных с 8 до 22 часов. Не так важно, ездите вы либо на Range Rover или на старом Форде, нас, автомобилистов, объединяет любовь к машинам и страсть к дороге. Именно для вас конкурс. Первый, кто найдет пасхалочку в виде шестеренки и напишет поздравление, тот получит полезный подарок от Quality Motors. Все условия в описании к видео. Но хочу вам кое-что напомнить. Шестеренок может быть несколько. Всем удачи, пока!